Долгое время древнее украинское искусство росписи пасхальных яиц, писанок, было не очень популярным. Только 5 лет тому назад в нашем регионе возродился детский фестиваль «Воскресни писанка», который является отборочным этапом к всеукраинскому конкурсу писанкарства. Чем порадовали одесские дети своих педагогов, родителей и строгое жюри, изучала наша съемочная группа в Одесском областном центре украинской культуры. Роспись пасхальных яиц – древнее украинское искусство, рассказывают специалисты. В нем есть строгие каноны, каждый символ несет определенный сакральный смысл. Поэтому наши предки посвящали росписи пасхальных яиц очень много времени. Это была кропотливая, тонкая и выверенная работа. Колись вважалося страшным грехом хоть одну рисочку додати або відняти, бо писанка – то є суцільна символіка, то закликання добрих сил на врожай, на здоров'я, на господарство, звертання до Бога, на все, на все, на все. Самое доброе. И тому это дуже чітко виконано. Роспись каждой писанки – создание единственного и неповторимого шедевра. И, несмотря на то, что ради одного такого произведения искусства приходится порой сидеть по несколько часов, детей, равно как и взрослых, подобный творческий процесс очень увлекает. Во-первых, разнообразие. Во-вторых, несмотря на древность, технологичность. Наконец, в-третьих, это просто красиво и очень по-украински. Я сама ходила, я вечерами рисовала дома до 4 утра, потом приходила и передавала свое, как говорится, ну, желание, умение, чтобы дети прикоснулись к этим традициям украинского народа, потому что писанки – это древний вид искусства. И поэтому вот они мне начали приходить. У нас очень много техник, технологий много. Вот на этих открытках у нас технологии и выжигание гусиных яиц. У нас есть и травление кислотой, из коричневого яйца мы делаем светлые яйца. У нас очень много технологий. Ребята, которые ходят в кружок Надежды Александровны, посвящают своему хобби все свободное время. Затраты окупаются. Многие из них – лауреаты и победители всеукраинских творческих конкурсов. Я пришел первый раз. Сначала я, конечно, яйца разбивал, мне нервничало, потом мне это тоже затянуло, мне понравилось. Когда я начала рисовать, у меня, конечно же, тоже не получалось, но потом все получилось, и мне нравится очень сильно рисовать. Я сижу до ночи, до 8, и до 7. Мне очень нравится рисовать, а рисовать на яйцах там действительно очень много разных способов. И больше нравится. Да, больше развивается мышление и мелкая моторика рук. Рисуем воском, ну так широко, а потом кидаем в кислоту. У нас Надежда Александровна, вот, да, это вытравливаем кислотой. И получается вот именно уже не рисунок, а вот заглубинки такие. Рисовать можно не только на куриных яйцах, но и на гусиных, страусиных, вообще любых. Главное, чтобы нравилось и себе, и почитателям творчества. А в последнее время роспись писанок становится в Украине все более популярным занятием. И, что радует, это древнее искусство увлекает все больше детей. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».